Добрый день, вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Как оформить компенсацию за оплату коммуналки? В Димитровградской администрации продолжается балаган. В Госдуме планируют увеличить автоштрафы. Улет в опасности. Ульяновский аквапарк захватили террористы. В Димитровграде представители партии КПРФ из кабинета мэра выпроводили полицейские. Что это, необходимость или очередная провокация, разбиралась наша съемочная группа. Кажется, в Димитровграде происходит рецидив одного и того же события. В понедельник городской суд признал незаконным назначение главой города Павла Архипова. Таким образом, были удовлетворены иски исполняющего обязанности главы Димитровграда Алексея Гадальшина и губернатора Сергея Морозова. Это решение представители КПРФ восприняли уже привычно. На следующее утро двинулись на захват кабинета Гадальшина под руководством очередного лжеисполняющего обязанности Рамиля Замалетдинова. Это уже третий коммунистический руководитель Димитровграда после Павла Архипова и Людмилы Шишкиной. Кроме красных депутатов Гордумы, никто их в качестве начальников Димитровграда не признает. Далее вторгнувшиеся начали действовать по знакомому сценарию. Затеяли проведение собственного заседания, мешали работе действующего градоначальника и устраивали провокации на камеру. Как обычно, ничего нового и законного. Я считаю, что они своими действиями пытаются показать, что в администрации сумбур. Но это не сумбур, это они своими действиями, вламыванием в кабинет, и пытаются это создать. Но на самом деле администрация города как в штатном режиме работала, так и работает, а я продолжаю исполнять обязанности. Вакханалия прекратилась только после визита сотрудников полиции, вызванных Гадальшиным. Правда, захватчики здесь пытались качать права, но надолго их запала против правоохранительных органов не хватило. Полицейские опечатали кабинет. Любопытная деталь. В бумаге, которой Замалетдинов просил передать ему печать и учредительные документы, должность Гадальшина названа как первый заместитель главы администрации. Не худо было бы узнать претенденту на высший городской пост, что никакого первого заместителя главы администрации не существует в помине. Есть глава города, его первый и последующий заместитель. Но зачем разбираться в таких мелочах? Главное для ЛЖИО дорваться до городского управления. И не важно, как будут решаться проблемы Димитровграда. Ведь не за это ведут борьбу народные депутаты от КПРФ. Егор Титов, новости дня, Ульяновская правда. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В этом году послание было зачитано в гостином дворе, там, где обычно проходят прямые линии президента. Опыт Ульяновской области был отмечен в сфере помощи гражданам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сейчас, по словам главы государства, за чертой бедности находится около 19 миллионов россиян. Практика социальных контрактов действует в Ульяновской области уже несколько лет. К примеру, в рамках соцконтракта область оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства за организацию подсобного хозяйства или обучение детей. Человек при этом берет на себя конкретные обязательства – пройти переобучение, найти соответствующую работу, обеспечить свою семью устойчивым доходом. Еще одна мера поддержки – социальная карта. Она выдается на 3 месяца. Каждый месяц на нее перечисляется 1000 рублей. Потратить деньги можно на продукты первой необходимости. Президент поручил правительству на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Российской Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Не хватает на коммуналку, подавай на компенсацию или субсидию. Кто может претендовать на стимулирующие выплаты, какие документы необходимы, а самое главное, куда обратиться за помощью, выясняла Наталья Чумаченко. В регионе продолжают предоставлять гражданам субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. За консультацией сегодня можно обратиться в соцзащиту. Далее уже с перечнем документов на оформление прийти в многофункциональный центр. Субсидия оформляется на заявительной основе с предоставлением необходимого комплекта документов, в который входят свидетельство о регистрации права собственности на данное жилое помещение, платежные документы, лицевой счет на жилое помещение, паспорт заявителя, документ, удостоверяющий личность членов его семьи. Льготы выплачиваются ежемесячно. Средний размер выплаты в отопительный период составляет около 2000 рублей. В минувшем году получателем компенсации стали более 12 тысяч человек, а субсидии получили около 39 тысяч человек. Самый злободневный вопрос, который волнует население, если заявление с полным пакетом документов подано до 15 числа, 15 включительно определенного месяца, то соответствующие выплаты на полугодие назначаются именно в этот месяц, этого месяца. Если документы поданы после 15-го, с 16 числа и последующего месяца, который подается заявление, то субсидии назначаются со следующего месяца. Так,
Так, если платеж за жилое помещение превышает 22% совокупного дохода семьи, то эта ячейка общества имеет право оформить субсидии, которые предоставляются сроком на 6 месяцев. Также компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут сделать пенсионеры и дети-сироты, если расходы на ЖКХ превышают 10% дохода. Для пенсионеров любой рубль – там помощь. А уж если субсидии, они же приличные довольно-таки. Все это зависит, конечно, от квадратных метров, от того, сколько ты получаешь пенсию. Да, вы знаете, просто без этого вообще сложно обойтись. На 2019 год в областном бюджете заложено почти 398 миллионов рублей на предоставление субсидий и компенсаций гражданам. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Сотрудников Димитровградского автоагрегатного завода сокращать не будут. Об этом в соцсетях заявил председатель правительства Александр Смекалин. В ряде неофициальных источников появилась информация о планируемом сокращении. Глава кабинета министров заверила в обратном. Когда капитальный ремонт не пошел на пользу, на севере Ульяновска пятиэтажка буквально заросла огромными ледяными глыбами. Виной тому не только погода за окном, но и неправильно отремонтированная крыша. Ремонт кровли на Гафурова 47 сделали этим летом. Крыша после него течет практически так же. Но не это больше всего заботит жильцов дома и тех, чей путь лежит мимо. Причина беспокойства – огромная сосулька, свисающая с крыши прямо до земли. Не нужно быть гением, чтобы понять, дом сильно пропускает тепло, из-за чего на крыше, даже в морозную, но солнечную погоду, сильно тает снег. Крыша устроена так, что основная наледь образуется в районе 4-го подъезда. Сосульки с 5-го этажа и до 1-го. Эти сосульки падают. И падают прямо на тротуар, который проходит здесь. Именно здесь ходят дети из детского садика. По дороге идти нельзя. Там ездят машины. Кто должен сбить эти сосульки? ГУК Ленинского района, к которой принадлежал этот дом, обанкротилась. Ситуация на самом деле страшная. Даже если во время падения мега-сосульки людей не окажется рядом, то от осколков точно пострадают машины и окна самого дома. Жильцы уверяют, что так продолжается не один год, и капитальный ремонт кровли на ситуацию не повлиял. Ужасно, мы просто от них устали уже. Вот и каждый год вот такая вещь. Вот каждый год вот это вот. Сбиваем. Здесь вот сбивается вот с площадки, там сколько можно, палками сбивают. Здесь вот сбивается. А там вот больные люди лежат, они не лежачие, им некому сбивать-то. И поэтому они нарастают. О причинах появления гигантской сосульки мало кто задумывается, как и о том, как живут за ледяной стеной люди. Оказывается, лед есть не только снаружи балкона. Все начинается с крыши. Вот, потому что как вот весна, вода подходит. И начинает таять, и все, на крышу, и дальше, ну, другие балконы. Вот. Я ей говорю, ты короба какие-то сделал, раньше короба делали, воду, отвод воды какой-то надо делать. Она ничего не делает, машет руками, и все. Претензии Юрия к старшей по дому. Ему трудно выходить, он недавно перенес инсульт, не мог контролировать рабочих, ремонтировавших крышу. В квартире Юрия видно, что крыша протекает. Он говорит о водоотводящих желобах, которые помогли бы отвести воду в более безопасное место, туда, где не ходят люди. Еще сосульки можно сбивать, и это должна делать управляющая компания. Но ее сотрудники к требованиям людей глухи. Они приезжали, это, по-моему, управляющая компания приезжала. Тогда здесь же иногда трактор приезжает, и сюда машине, как она называется, балерин-то, подъехать не может. То есть ситуация бывает такая, что вроде готовы, а не могут подъехать. И вот так. А управляющая компания у вас какая? Я даже не знаю. Управляющие домом достаточно неплохо скрываются. Старшую по дому нам найти не удалось, она куда-то уехала на несколько дней. Телефоны, указанные на стенде в подъезде, не отвечают. В ее отсутствие жильцы мало что могут рассказать о ремонте кровли и об управляющей компании. Сотрудники других компаний уговаривают жильцов перейти в их управление, обещая исправить ситуацию. Но жителям сложно довериться людям, ведь их не раз уже обманывали. Тем не менее, проблема остается. Мегасосульку нужно уничтожить, пока она не стала убийцей. Обзор за общим имуществом следит управляющая организация по поручению собственников. А собственники финансируют это мероприятие своими платежами. Все, это стандарт. Повторяю еще раз, ничего нового. В этой ситуации нужно было просто позвонить управляющей организации, сообщить о том, что есть такая проблема, чтобы управляющая компания приняла меры по очистке кровли. Пока мы с вами разговариваем, до вашего визита звонил представитель управляющей организации, они сейчас как раз находились около этого дома, ждали вышку.
Несмотря на все ЖКХ-реформы, основные методы взаимодействия с библейских времен не поменялись. Стучите и откроется вам, ищите и обрящите. Посты в соцсетях, в том числе и на нашем портале, помогли министерству увидеть проблему и включиться в работу. На их стук коммунальщики отозвались быстрее. Сосульки сбивают и обрабатывают реагентами, скоро их не будет. Но будет ли сделан ремонт в квартирах и устранен сам корень проблемы, пропускающее тепло после капремонта крыша? Вопрос открыт. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды». Когда я еду, я глух и нем. Сотовые телефоны в руках водителя как бомба замедленного действия. Поэтому в Госдуме решили увеличить штрафы за разговоры за рулем. Согласны ли ульяновцы? Выясняла Виктория Черкова. В Госдуме считают, что стоит поднять штраф за телефонный разговор за рулем. Если поправки войдут в силу, то автолюбителям придется расставаться с 5000 рублей. Напомню, что с 2007 года в Кодексе об административных нарушениях прописан запрет на использование телефона за рулем. Штраф за опасные диалоги с тех пор составляет 1500 рублей. При том, что санкции не распространяются на гарнитуры и всевозможные системы «свободные руки». Безусловно, водителям отвлекаться крайне опасно, но улучшит ли ситуацию на дорогах заметно округлившаяся сумма? Об отношении местных водителей к возможным реформам смотрите в нашем опросе. Положительно. Почему? Положительно. Объясните. А потому что две вот таких симпатичных меня чуть не въехали, разговаривали по телефону. Я думаю, пусть. А по-другому как еще? И так уже достаточно, на что и добавляют, и превышают, и так далее. Я считаю, что рановато. Это плохо, я так не делаю. Вот, но прибавлять до 5, я считаю, перебор. Пускай будет так, я согласен. Чтобы был штраф 5000. Будет и на дорогах посерьезнее, и безопасность, в первую очередь. Да, в Госдуме много чего предлагает. Всему верить, что в Госдуме предлагает. А вы как относитесь к повышению штрафа? Плохо. Почему? Потому что порядок надо не штрафами наводить, а воспитание каких-то, наверное. Водители в автошколах, может быть, как-нибудь еще. А штрафами это карательная мера, они ничего не решают. Мне кажется, на самом деле это не проблема за рулем. Проблема в том, что как выявляют эти нарушения. Потому что какой бы штраф ни был, очень часто, очень сложно выявить эти нарушения. Здесь скорее должна быть какая-то социальная реклама на эту тему в большей степени. А штраф из 100 случаев будут выявлять, может быть, один, может быть, из 1001. Верно, положительно. А почему? Ну, все-таки надо быть бдительными. Скорее положительно, чем отрицательно. Потому что, ну, это очень аварийно опасно. Я не знаю, я гарнитурой пользуюсь. Не могу даже ответить, по-разному бывает. Бывает то, что и гарнитуру забудешь, и по телефону поговорить срочно надо. Ну, негативно. Почему? Потому что, ну, не всегда бывает возможность там остановиться где-то. И иногда бывают реально срочные вызовы на работе. Понятное дело, если там какие-то семейные вопросы, то можно ответить позже. А если по работе звонят, и я где-то там в пробке стою, какая там возможность остановиться где-то? Ну не 5000 рублей. 5000 рублей это очень много. Хотя бы 1000 рублей, там полторы, ну не 5000 рублей. Это слишком. Вы знаете, что настало? Это Ульяновская. Новый год, новые учения. На этот раз площадкой для командно-штабных учений ульяновских спецслужб стало излюбленное место отдыха ульяновцев от мала до велика – аквапарк. В аквапарк они заходят под видом обычных посетителей. Однако цель визита вовсе не отдохнуть у бассейна. Вооружившись холодным оружием, террористы берут в заложники около 10 человек. Такова легенда учений, которые проходили в Ульяновске с 18 по 19 февраля. Информация об условном преступлении в кратчайший срок доводится до оперативного штаба в Ульяновской области. Готовится контртеррористическая операция. Сколько человек? Примерно около 5. Примерно около 5 человек. Аштагова 4. Вооружены? Да. 5 человек. Вооружены. Сколько народу? Аквапарк. Аштагова 4. Больше 30. Вооружены. Мы аквапарк эвакуированы, только остались дома. В учениях были задействованы порядка 500 человек и 40 единиц техники. Привлечены сотрудники МЧС, УФСИН и Центра медицины катастроф. Чтобы не допустить подобного развития событий в реальности, сотрудники спецслужб заранее прорабатывают вопросы оцепления объекта и оказания экстренной медицинской и психологической помощи, используя в качестве площадок излюбленные ульяновцами места. В рамках учения исследован новый образец техники с целью его возможного применения в интересах группировки оперативного штаба при проведении контртеррористической операции.
Ради учений в Засвяжском районе перекрыли дорогу при подъезде к аквапарку от перекрестка улиц Генерала Мельникова и Крифельской, от перекрестка улиц Александровская и Отрадная. Результаты учений обсудят уже на ближайшем заседании оперативного штаба. С начала года в областном центре проведено 19 проверок работы общественного транспорта. Об этом сообщают в Управлении дорожного хозяйства и транспорта. Выявлены факты отклонения от согласованного расписания. Речь идет о маршрутках номер 12, 25, 37, 47, 69, 71, 75, 81 и 100. В связи с неоднократными нарушениями расписания движения маршрутов номер 47 и 71 информация направлена в территориальный отдел Госавтонадзора для принятия административных мер к перевозчику. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.